Более 300 миллионов рублей дефицит городской казны. С учетом последних поправок расходы увеличены еще на 38 миллионов. Депутаты Хабаровской думы на заседании единогласно одобрили главный финансовый документ. Нам потребуется максимально наращивать собственные доходы бюджета города, а также повышать эффективность бюджетных расходов, которые проводят наши отрасли, а также проводить, как я уже сказал, грамотную долговую политику. Из-за снижения доходной части бюджета практически в два раза урезана программа капитальных вложений. На нее выделено около 700 миллионов рублей. В рамках софинансирования в следующем году начнется строительство школы в микрорайоне Ореховая Сопка. 93 миллиона будут направлены на возведение новых дорог. Финансовую поддержку для завершения строительства получит Тунгусский водозабор, а также объект реконструкции канализации и сточных вод.